Такой снегопад, какой наблюдали в Сочи этой ночью и утром, для субтропического курорта явление редкое. За несколько часов в городе выпало больше 20 сантиметров снега. Белым покрывалом накрыло все районы Сочи. По словам управления ЖКХ, техника работала всю ночь. Специальные машины чистили дороги и поливали полотно морской водой. Где-то начиная так интенсивно с 20 часов техника вышла, люди вышли на работы. В течение ночи было задействовано порядка 106 единиц техники различной. Это и КДМки, это и грейдеры, это и погрузчики. На утро почти все дороги, по крайней мере, по центральной части, центральные дороги, это в села, в поселки, в сельские населенные пункты, все почищены. Тяжелую технику на улицах города можно было увидеть и утром. Она продолжала активно работать. Многие сочинцы начали день с лопатой в руках. Расчищали проходы, чистили дорожки. Общественный транспорт начал работать с небольшой задержкой. Локально проблемы с выездом автобусов на линию в некоторых микрорайонах были. Большинство сочинцев не стали рисковать и оставили свои личные авто дома, а до работы добирались на общественном транспорте. В связи с ухудшениями погодных условий за истекшие сутки на территории города Сочи зарегистрировано порядка 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых механические транспортные средства получили повреждения. Хочу обратиться ко всем участникам дорожного движения, к нашим гостям города, воздержаться от поездок на личном транспорте. Сочинский аэропорт работал в штатном режиме. Незначительные задержки вылета рейсов были связаны с обработкой воздушных судов противообледенительной жидкостью. Перебоев с водой и газоснабжением не было. А вот без света в результате налипания снега на провода и их обрыва остались жители Верхнего Юрта, около 100 домов. Запитали их только к обеду. В нескольких школах частично отменили уроки. В общем, снег принес немало неудобств. Кстати, как отмечают в сочинском гидромете, в ближайшее время таких осадков не ожидается. Что мы ожидаем в ближайшие дни? В предстоящие сутки мы ожидаем, что будет преобладать погода без осадков, но ночь будет морозная. Еще, в общем-то, с ощутимыми такими температурами низкими для нашего побережья. А в последующем, уже с четверга, начнется довольно активное потепление. И, можно сказать так, что до конца января повторение обильных снегопадов в прибрежной зоне мы не ожидаем. Ну а пока синоптики делают прогнозы, сочинцы и гости курорта просто радуются такому редкому для побережья снегу. Несмотря на низкую температуру, на улицах сегодня было многолюдно. В пушистых сугробах с удовольствием резвились домашние питомцы. Дети бегали по белому покрывалу и играли в снежки. Многие лепили снеговиков и пытались запечатлеть запорошенный город на фото. Покрытый снегом, он выглядит очень красиво. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.